Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот объемный узор, это даже не коса, такая вот плетенка объемная, которую я вижу в шапках. Очень будут классные шапки из этой вязкой, девчонки. Под видео выложу вот прошлогоднее мое видео, вот можно по нему просто заменить узор, связать вот такую вот шапочку. Так, таким узором еще можно, что можно, повязку. Вот если взять, допустим, вот так 5 рапортов и здесь на лбу вот эту стяжку сделать, будет очень красивая повязка, шапка, повязка. Снуд тоже объемный, такой воздушный получится. Так что такой вот симпатичный и простой на самом деле узор, девчонки. Раппорт у нас из 6 петель плюс 4, то есть число петель кратное 6 плюс 4. Я наберу 16 петель. Итак, первый ряд мы вяжем таким вот образом. Первую петлю снимаем, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и последняя кромочная изнаночная. То есть сам вот этот жгутик у нас из 4 петель, между ними 2 петли изнаночные, то есть вот 4 лицевые, 2 между ними изнаночные. Так, второй ряд смотрим. Лицевые, 2 лицевые без изменения, лицевые петли провязываем там, где 4 изнаночные. Провязываем их таким вот образом. Ввязываем одну петлю из этой петли первой и вторую. То есть по 2 петли вот так вот перекручено у нас получится. Видите? Из всех 4 петель. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все 4 петли. 2 лицевые. Здесь то же самое. То есть во всех изнаночных петлях мы провязываем вот такую вот двойную изнаночную. 2 лицевые. И кромочная изнаночная. Далее, третий ряд. Теперь внимание, сам весь фокус именно в этом ряду. Значит, вот эти 4 лицевые, которые у нас, видите, двойные, мы их так вот снимаем, переснимаем на правую спицу все 4 и возвращаем далее уже сняты, вытянутые вот такие на левую спицу. Теперь первые 2 петли, 2, видите, из них вывязываю одну петлю. Далее продеваю спицу в третью, четвертую петлю, не между ними, а именно в петли. И из них вывязываю еще одну, делаю накид, и четвертая петля у нас вывязывается из всех 4, то есть 4 петли у нас образовалось, было 4 и стало 4. 2 изнаночные, снова то же самое, еще раз повторю, 3 4, возвращаю на левую спицу, из первых 2 первая петля, далее из вторых 2, из третьей, четвертой, вот из петель вторая, накид, и из всех 4. Все, вот по сути все, весь узор в изнаночном ряду мы снова повторяем, как во втором ряду, и повторяем второй и третий ряд. То есть вот по сути весь узор. Здесь мы опять вяжем вот эту двойную изнаночную и так продолжаем. Узор достаточно пышный такой, прекрасно подойдет для махера, вот, такой не забитый, не стянутый, как коса. Знаете, обычная классическая коса, она обычно такая стянутая, а этот наоборот, очень воздушный узор. И в третьем ряду снова делаем эти шубутики. По итогу получается вот такое вот воздушное полотно. А на сегодня все, девчонки. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока!